Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, ну что, для начала я, наверное, заберу подарок. Кстати, у нас... Ага, удвоитель опыта. Ну, тут всего лишь-то сущие копейки, как я обычно говорю. Но, тем не менее, ребята, это халява. Это халява. Халяву надо всегда забирать. С наслаждением, причем, я тебе скажу. Такс. Так, там потом будет... О, 10-й день, друзья мои. Да ладно, только лишь редкий. Такой мне не особо устраивает, ребят. 25 силы. Фигня какая-то. Так, ну что, Роза, ты у меня 10 уровня. Давай-ка мы тогда заменим тебя на кого? На Джеки можно заменить. Можно заменить на Биби. А можно заменить на... Давай-ка Шелли. Да ну, какое испытать? Какое испытать? Да что ты делаешь, Рэй? Ну хорош, завязывай уже дурковать. Бандитка Шелли. Звездная Шелли. Пускай будет звездная Шелли, да фиг с ним. Так, ну что, Шелли мы выбрали. Теперь давай посмотрим, что у нас там по квестам идет. Надо глянуть. Пройдите, так, бой с боссом. Опять ранговые бои. Ну, ранговые, ребят, я пока не буду. Потому что баньки вообще-то нужно мне ложиться. Блин, Карл. Черт подери. Вообще в разнобойку, ребят, задание дали. Тара, Макс, Пайпер, Карл. Тут пройдите уровень в режиме бой с боссом. Нанесите 60 тысяч урона. Брок, Кольт или Газ. Блин, придется мне тогда отказаться пока от прокачки и выбирать. Где у нас Карлуша? Вот Карлуша. Мне придется, ребят, за него пока играть. В нокауте? Ну давай в нокауте, фиг с ним. Хотя, блин, зачем нокаут? Надо было нам на кристаллы идти. У нас задание стоит по кристаллам. Мы бы с тобой бы два задания бы так выполняли бы одновременно. А так только лишь, блин, на дно. А, Эдгар у них там. Карлуша не особо подходит для, блин, ближнего боя. Давай будем честны. Пайпер есть только. Ну, что такое Пайпер? Так. Ну и куда ты там хлыщ хочешь? Я тебе сейчас... Поймаем мы его, интересно? Так. Минус один, друзья мои. Ой-ой-ой, куда я влез-то? Куда я влез-то со своим хп? Дуралей! Ёпарасоты, ребят, я не обратил внимания. Косяк мой. Сейчас его запинают. Потому что, ну, в два ближника, ребят. Да, 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 тут бесполезно. А я что-то и не обратил внимания, что у меня мало здоровья. Сфига ли вдруг? Я что-то не понял. Да-да-да, Пайпер злится. Хотя отдуплилась одна из первых, блин. И ведь никто же не прикроет, а? Эй, друзья мои. Все, ага, я видел, видел этого хлыщеныша. Он стоит вон там, он. В трущобах. Что? Ну и мудятина, я тебе скажу. Это Пайпер просто шваль. Че она за мной-то полезла, блин? Ё-моё, я там, ладно, один там разведку, блин, своим этим киркой своей. Ну эта-то шваль куда лезет, блин? Тварь, а? Причем даже, ребята, она хотя бы выстрел бы сделала. Она просто шла. Она даже разведку не сделала. Понимаешь? Тупорылая. Что я могу сказать? Чё? Блин, надо было кристаллы опять ставить. Опять, ребят, закосипорил, а? Такс. Это кто у нас такой? Ну чё она тупит-то, блин? Тварь, блин. Ты достала это, блин. Идиотина, а. Может, это бот мне достался, ребята, а? Ну, не мне, а нам.
Может же быть такое? Прекрасно. Прекрасно все, Карлуша, там. Можешь даже не бухтеть. Двоих сразу же. Так, так, так. Но мне нужно, ребята, взять еще тогда. Ага. Я все-таки возьму, наверное, кристаллы. Я возьму кристаллы. Так, побед до мегаприза. Это уже началось, что ли? Осталось 15 билетов. Ну что, захват кристаллов. Карлуша, погнали. Будешь у нас проявляться теперь как-то на кристаллах. Не знаю, как ты себя проявишь, конечно. Ну что значит, как он проявит? Как я себя проявлю, ребята? Он в моих руках, как говорится. Его кирка в моих руках, блин. Так, алкаш. Мелоди. Честно сказать, ребята, я так и не понял эту мелоди, хороша она или плоха. Напишите свои мнения в комментариях, ребят. Как она вам? О! Смотри, смотри, что вытворяет. Твою мать, срань вонючая. Я только так могу, ребят, прикрывать их жопы. Что у нас там по кристаллам-то, ребят? Фигня полная, да? А сфига ли я погиб-то? В меня даже никто не попал, ребят. Конечно, я все понимаю, но это борзость была вот сейчас в данный момент. Слушай, меня вот этот фаермен достал. Если честно. Не дает абсолютно ничего сделать. Вообще не дает ничего сделать. А, так он стреляет, он заливает огнем. Все, я теперь понял, ребят, как я погиб. Ну, тут вообще команда отстой, если честно, была. Я говорю, мелоди это хрень полная, блин. Она играть не умеет, видимо. Вот. Я от нее вообще никакого профита не видел. Стояла там в сторонке, что-то хихикала, еле двигалась, блин. Так что мне вообще показалось, что это бот, если честно. Так, ладно, погнали тогда далее. Блин, у нас одни стрелки. И я, блин, тут. Нету какого-то такого нормального, ребят, бойца, так скажем. Пойду заберу кристаллы, а фиг ли делать. Ну, та здесь вообще не в тему, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зря, наверное, да? Зря, конечно. Так, ну что, теперь надо их вылавливать, блин. Они стырили наши кристаллы, пошли ловить теперь их. Но! Пипец! Вот меня Карл этим и бесит, ребят, что он выкинул свою кирку. Этот-то что стоит, тик, придурочный. Ой, блядь, бараны, ёпарасоте, блин. Но пойдем сюда, здесь же наверняка стоят. Или где? Нет, не здесь. Ты видишь их, блин? Я не вижу, они, наверное, вон там все-таки стоят. В плане он тут стоял, я же проходил здесь рядом. Да, я тебе скажу, блин, Карл, мы с тобой тут, блин, ни хрена толкового не сделаем. Так, мне нужно еще за Карла играть? К сожалению, да. Придется, ребята, еще драться за него.
Ой, с этим ничего поделать не могу. Я бы и рад сменить. Но не могу. Бубнить все. О, давно я этого пса, ребят, не видел. То есть он там, нет? Допрыгался кузнечик. Ну и куда ты шельпрешь-то, роза дебильная, блин? Забирай кристаллы, иди. И мои забери кристаллы сразу же. Что-то мне такое ощущение, что сейчас опять фейл какой-то будет. Нита, вали оттуда лучше. Лучше вали, говорю, оттуда. Так, все, ждем, просто ждем, ребят, время. По-моему, это, ребята, боты обычные. Блин, я потерял кристаллы. Но это не критично, у нас еще на руках было 10. Есть. Ну, Карлуша, выполнил? Выполнил, наконец-то. Нанес он нужное количество урона. И забираем с тобой. О! Слушай, ну 100 кредитов это будет очень даже кстати. Так, теперь давай, короче, там у нас... что там? Брок, Газ или Кольт? Пайпер, Тара или Макс? Кольт, Брок или Газ? Ну, я, наверное, возьму... Я, наверное, возьму Брока, ребят. Давай, Брока... Брок, где у нас Брок? Так, Брок. А вот и Брок. У тебя есть нормальная какая-нибудь одежда, блин? Нет? Ладно, фиг с ним. Да, друзья, когда я начинал только играть, Брок для меня был одним из топовых бойцов. Это потом я перешел на Эль Прима, а до него я именно на Брок сидел. Команда, конечно, Брок, Тара. Так, это бабка-снайпер же, да? Насколько я понимаю. Так, мне надо сматываться, потому что у меня мало хп. А, нервный тик лазит там. Все очень даже прекрасно. Так, что, нам два кристалла осталось и все? Один. Ты прикинь, гадина, что сделала, а? Дэрил этот, блин. Он меня подлыл, я не знаю, каким, правда, макаром. Возьми, 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 все кристаллы собери. Я, как говорится, погибал, ребята, но я всех на ульте подловил. Да на тебе в лоб, блин, гад. Бегает там. Но у тебя, конечно, тут жарил их нормально. Прекрасно.
Выиграйте. Подожди, выиграйте. А по кристаллам мне не дают, что ли? Подожди секундочку. Раз. Все, понял. Как раз три этих там мне и дают. Ну что, друзья мои, очередной поединочек. Значит, Брок, если уничтожает сколько-то противников сразу ультой, да, у него сразу вторая ульта откатывается, получается так. О! Так, слушай, единственное бесит вот это, конечно. Восьмибиточка, 9 на 12. Не справился ты, парень. И я тоже не справился. Бегал. Я думал, что мне сзади кто-то прикрывает, ага. Ну и что ты спишь, придурочный-то? Так, ребят, пора ульту ебануть. Меня кто-нибудь прикроет? Этот дурачок будет сегодня бить? Ну, наконец-то забрали. Хотя бы два... Нет, не два. Все забрали, ребят, кристаллы. Хорош. Нормально идем, ребят. Главное теперь не подставиться. Все. Вныкайтесь там. Да ты серьезно сейчас, блин? Ты как всосал все кристаллы, придурочный? Блин, он баран, просто баран. Вот этот Фрэнк, он тупарь, блин. Знаешь, которых свет не видывал, блин. Кто с кристаллом? Вот он с кристаллом, ребят. Я бы один в ближнем бою бы с ним не справился бы. Придурочный бегу, даже поймать не могут. Просто не могут поймать, идиота, видят его и не могут поймать, блин. Я бы его развалил бы, если бы впереди бы у меня не встал бы на пути этот, блин, восьмибитка. Я бы ему морду бы развалил, он бы под ульту бы у меня попал бы. Вот в чем проблема-то вся, блин. Я говорю, блин, команда достанется придурочных, больных каких-то кастратов, блин, и играй с ними, блин. Пузырь этот вшивый тут еще лазит, блин. Кто там, блин, бомбит, стреляет, а? Ну и чё? Этот там все в свои пузыри наяривает. Похихикай в другом месте, в толчке, инвалид. Смотри, придурочный с пузырем. Вообще какой-то беспонтовый, если честно. Чувак, блин, который с пузырями. Просто беспонтовый. Давайте убегать, ребят. Я убежал, называется. Ну, хотя бы Тара успела здесь подбить. Он мне достал уже, если честно. Ну и прекрасно. Все, здесь нормально. Разрулили, как говорится, лица. Пораздолбали. Так, Брок, отлично сработал, бро. Но это еще не конец. Эпик. 100 силы. 100 силы, да? Так, ну нам надо еще по 2, по 3 поединка там отфигачить.
А Брок у меня еще и левел получит 100%. Макс, Нита. Так, а вот это я не знаю, кто такой. Нита, что ли, такая в костюме. В костюме паразита плавающего. Ну вот зачем ты стреляешь? Ну нафига ты вот это делаешь? Я никак не могу вот вдуплить. Прикинь? Она чисто на шару, ребята, бросила. Я больше уверен. Я не стал в нее стрелять. Я думал, мы будем пройти тихо. Тихо и мирно. Да заколебала вот эта тварь, блин. Ай, блин, наша Нита играть не умеет ни хрена вообще, я смотрю. Сейчас ультой бомбану. Забирай кристаллы и сваливай оттуда. Не высовывайся, родная. Есть. Отлично. Концовка меня порадовала больше, чем что-либо. Вот это мне понравилось. Как я их под ульту, а, друзья мои? Как я их под ультушку всех. Так, выиграйте бой. Ну что, за... Получается, за Брока я выполнил задание, да? За Брока я выполнил задание, но у нас там еще есть. Так, Тара, Пайпер или Макс? Тара. А Тара это у нас Джинка, да, это? Фараонша. Ну, как бы по идее, блин, Пайпер еще тут. Что Тара, что Пайпер. Макс-то ладно, имеет 10 уровень. Почему мне сказали, что с четвертого начинается там... Ну, становится сильнее твой боец. Я ума не приложу, с чего это взято. Да я не хочу. Что я делаю? Ты нафиг мне Тару? Пошел раскачивать Тару. Хотел просто немножко и два уровня. Пошел в раскачку. Блин, сфейлил хреновую тучу денег. Я вообще хотел копить бабки. Мне нужно 5000 монет, чтобы прокачать Эль Прима. В Тару взял, втюхал, блин, все. Больше количество денег. Так, у них алкаш. Блин, слушай, у них команда там нормальная такая. Если тебе интересно, конечно, мое мнение. Опа! Опа! Мне нахрена надо было это делать? Да чё вы стоите, это бараны в кустах, блин, кустарники вшивые, блин. Как меня раздражают они, а? Дебилы куски. Вот херни ты там прыгаешь, ну ведь алкаш там, блин. Я не знаю, как назвать, ребят. Идиоты, блин, или чё? Вот сейчас он ульту может бомбануть. Я имею в виду Барри этот, алкаш синяк, блин. И все. И погорят наши ребятушки тут ярким пламенем, блин. Но благо этого не произошло. А что вот это делает, чурло? Какие-то пшикалками. Она восьмерых убила. Ага, и здесь, и здесь. Ну, давай заберем вначале здесь.
понятно. Выше редкой хрен дадут тебе. Так, а тут у нас тоже звездочка. Ну, хотя бы эпическая. Открыто газ с шариком радостный. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, а по квестам? Кристаллы я выполнил, да? Значит, нам нужно выиграть бой 8 раз и пройди уровень в режиме бой с боссом. Металлолом. Слушай, а что вот это такое, а? Блин, а я тару взял, ёпарасете. Можно выйти, да? Давай уже тогда не тару возьмем, а... А кого тут лучше взять, если не тару? Бо? Бо такой себе, ребят. Может, Эльприму взять? Хотя бы глянуть, ребят, что за мегакопилка? Горячая зона, быстрый огонь. А, я же не выбрал, ё-моё. То есть это мы должны будем с тобой на зоне стоять, да? Защищать. Так, Эдгар, у них тоже Эдгар. Я отдупился, ребят. Причем так быстро. Даже не понял, как. Ну где там все, блин, лохи, блин? Че, опять запинали всех, что ли? Да вы че, вообще не можете, что никого запинать, блин? Там сидите, блин, сопли жуете. Слушай, эту тварь надо валить, блин. Да как он может, блин, бить-то? Я не понимаю вот этого вот. Давай, ребята, 92%. Пипец, проиграть 6%, блин. Я офигею, блин. Вот это вообще не видел, где она шоркалась, блин, тварь вот эта вот, блин. Пипец. Не с... Чего там? Захват, захват кристаллов, ладно. А тут любого, что ли, можно выбрать, смотрю. Ну давай я возьму. Давай вот так вот выберу. Так. Захват кристаллов, да? Да, блин, хорош ты свои песни тут наяривать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это адово сейчас было. Ну куда ты лезешь-то? Да, отлично, нормально. Давай, брок, у тебя фул хп. Бомби там по ним.
Давай, вон у этого же, ну нет здоровья, блин, ну, точнее, зарядов нету, блин. Так, подожди секундочку, сейчас. Пипец вы, ребята, ну. Вот подставляйтесь опять, а? Хорош, в сухенькую сделали. Так а что это дает-то вообще копилка-то? Я что-то не могу понять. Случайные модификаторы и карты. Побед до мега приза 38. Короче, бредятина какая-то, друзья. Просто какая-то бредятина. Подожди, я ниту прокачивал. Подожди-ка. Нита призывает медведя нанести удар по земле, оглушающийся кругов в радиусе. Медведь ниты получает 35% защиты от урона на следующие 3 секунды. На следующие 3 секунды. Пускай будет. Блин, а нафиг я это сделал? Я же хотел... Я совсем забыл. Так, нам по квестам нужно... Тара, Макс или Пайпер. За Тару. Берем Тару. И идем с тобой на... На бой с боссом. Насколько я помню, друзья, здесь мы отбиваемся от роботов, и потом на нас пойдет этот... А, он сразу на нас пойдет. Ну, Тара, наверное, для этого не очень подходящий боец. А что он за мной-то сразу ввязался? Он за мной-то бегает, блин. Не, он за этой побежал. Товарищ по команде пал. А, нам нельзя па... Чуть было не было, ребят. Блин, а вот и роботы, ребят. А я восстанавливаюсь, за руль-то мы будем или нет? Теперь до меня докопался. Вот скажи, куда ты вот стреляешь, а? Восьмибитка. Давай, 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 ребятушки. Ой-ой-ой-ой-ой, засмотрелся. 22% у него осталось.
Ну. Давай, 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 давай. Есть. Прижучили со свищем. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Эпическая опять же звезда для Була. Угу, спасибо за билетик. Что там у нас? 1000 силы для любого бойца. Ну, слушай, это прекрасно. Это прекрасно. Так, там, по-моему, ребята, осталось лишь кристаллы, да? Выиграйте Пайпер, Макс, Тара. Слушай, а если взять, например, Макс? Взять, например, Макс. И также пойти на испытание с боссом. Оно вообще засчитывается как победа? Или нет? Ладно, мы посмотрим. У нас там две есть. Я Макса взял только для того, чтобы, ребята, быстро наносить урон. Стреляет она быстро, поэтому... Не подставляйтесь вы так слишком близко. Так. У меня ульта готова, я хочу ультой. О! Босс-то начинает уже, ребят, совсем по-другому себя вести. Вот что я заметил. Лучше отходить от этого удара, от его. От греха подальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё, я один остался, чужих? Нет. Гриф там ползает. Ну этот-то когда там живет-то, а? Кого он там бомбит-то, а? Неужели тут... Бо восстал, восстал, отлично. Да я-то сунулся, блин. У меня мало здоровья, ребят. У меня мало здоровья и... А что там хотел сделать? Что я хотел сделать, да упал. Прошел уровень. Но... Я хотел посмотреть, засчитывается ли. Засчитывается, друзья мои. 100 опыта получаем, да, мы за прохождение. Ой, я даже не знаю. Ну, но этого брать, мне кажется, нет смысла. А здесь именно дальнобойный нужен. И сейчас, в данный момент, нам мало того, что дальнобойный нужен, так еще и враги идут. Надо как-то прикрываться. Может быть, Бо взять? Бо у меня вообще не прокачан. Ни капельки практически. Чуть-чуть его качну, ребят. Так, слегонцушки. Давай попробуем за Бо. Фиг знает. Ну, мне кажется... А мне кажется, будет больно. И ульта у Бо не очень хорошая, ребята. Она действует такая, знаешь, со временем. Вот МЗ, да, МЗ нормально было бы. Ну, посмотрим сейчас, проверим, что у нас получится. Чуть попал как-то по мне, гад.
А в плане, на него что, бомба не действует? Вот он идет по ним. Прогуливается, так сказать. Да куда ты лезешь-то, Эдгар? Ну, правильно, потому что он... Потому что, ребята, он ближник, блин. Эдгар тут вообще, ребят, не, ну, вообще никак не подходит. Это он еще не психует. Ай-яй-яй, как же так? Ну куда ты, Рэй, кинул свои бомбочки? Ну твою... Эдгар, ребят, это... Заведомо, по-моему, проигрышная команда. Из-за Эдгара. Взял ближний бой. Нахрена ты взял сюда ближний бой? Я никак не понимаю. Босс злится, зашибись. Во-первых, он бегает быстрее. Ну где вы там, резаться будете или нет, блин? Так, Эдгар вышел. И это вышло, отлично. Хорош, по мне попали. Эдгар, убиваешь ты меня, а? Вот это хорошо, он все три мины, ребят, поймал своей жирной тушкой. Эдгар, иди бей вот этих вот, блин, как они звать-то их? Мелких роботов иди бей, блин. Господи, 25%. У меня здоровья вообще нету. Да куда ты стреляешь, Рэй? Пипец. Ну там же бомбы мы стреляли. Ну ты же видишь, что этот чмо за мной бежит. Да неужели он там попался на моих бомбах, блин, все-таки? Ай-яй-яй, если вы сейчас отдуплитесь. Фью. Щит. Ой. Хорошо получилось. Так, что мне надо? Мне надо еще, ребят, я не знаю. Последний поединок, я думаю, там будет, наверное, уж больно жесткий. И надо подумать хорошо, кого бы взять. А, тут еще два поединка. Надо подумать, кого взять. Кого взять лучше всего? Ну, не ближник, это однозначно, не ближник. Нита... Можно взять Джесси попробовать. Так, выстрел... Нет, не то. А, так тут 2000. Но она медленно стреляет. Пенни? Он к чертовой бабушке снесет быстро ей быстро туре эту снесет. Не знаю, ребята, вот у меня только в голове сейчас почему-то один Бо остается. Опять же, все зависит от кого нам дадут в команду.
Так. Кольт. Так, снеговик и я. О, снеговик замораживает, это хорошо. Фига себе, я даже не успел, ребят, ничего сделать, как бы. Вау, 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 что-то новенькое. Так, пускай бежит сюда. Ау! Вот это да! Вот это он нас подколол. Так, малыш, держись. Не подставляйся. Слушай, а у него неплохая такая вот стрельба. Он, ребят, заморозкой занимается. Ввел бы ты их сюда на бомбочки. Вон, бомбочки. Ему интересно, видно мои бомбы или нет? Так, я резаюсь. Мы оба резаемся. Поэтому снеговик здесь очень, ребят, хорошо себя проявил. Колоссально. Злится, да? Он свою бомбу выпустил. Титька тараканья. Завалил его все-таки. Так, по команде вернулся, да? Вот я хочу его на бомбу, ребят, сюда прокатить. Ау! Иди сюда, говнюк. Опускай этот робот. Хорош. А тот опять, что ли, как его, Брок отдуплился. Слушай, он заколебал. Беги, беги, беги. А, Брок вернулся. Фух. Да ты сейчас попадешь. Пацан, держись. 6, 5, 4, 3, 2. Я сейчас появлюсь. Уходи. Я не успею, ребята. Слишком быстро у него, блин, эта бомба. Слишком быстро он срабатывает. Вот ему повезло сейчас в данный момент. Ай-яй-яй-яй-яй, бегайте. Убегайте, куда можете только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, какой он псих, а. А где все-то? У него 4%, ребят. Товарищ по команде погиб. Еее! Три раза, этот шесть раз вообще. Снежок один раз, малорик. Ну, прекрасно, ребят, прекрасно получилось. Выиграли мы здесь. И я так понимаю, полностью прошли задание или нет? Еще один режим.
Слушай, а почему-то мне победы эти не засчитали, друзья мои, здесь. Слушай, ну, я не знаю, я не потянул, наверное, последний, ребят, бой. Да куда там? Ты же сам видел, что там происходит. Не-не-не-не. Какой нафиг бой с металлоломом? Я вон возьму лучше нокаут и... За кого мне там... За кого мне там надо играть? За Макс. Не, за Тару, за Тару. Все. Доиграем, да надо, ребята, уже баньки ложиться завтра с утра на работу, как говорится. Такое себе. Блин, Динамайк тут, конечно, это плохо. Динамайк, это плохо будет. Сейчас будет забрасывать, как всегда. Нет, он не успел ничего забросить. Заткнись ты, пожалуйста, а. Заткнись. Да, 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 Динамайк. Ну, это бот, походу, дело, ребят. По-другому не назовешь. Это были боты. Потому что изичная победа. Да еще и Тара уровень у меня получает. Так, давай далее. Последний поединок, надеюсь, если он будет в нашу сторону победным. Но бой с металлоломом я не пойду. Нафиг, нафиг, ребят. Ну, вы видели, что там происходит. Я боюсь представить, что там будет на последней фазе. Хотя очень интересно глянуть. Ну, 100 опыта все получаешь. Конечно, награда не особо хорошая. Так. Сразу прессанули одного. Фу. Что-то как-то быстро мы их тут заклепали. Это точно не боты? Я почему-то сомневаюсь, друзья мои. Вообще, вообще на изи, ребят, запинали их. И пятый уровень еще к тому же Тара у меня получила. Ах, немножко не хватает. Немножечко не хватает. До ранга. Так, друзья мои, по-моему, на сегодня будет все. Бой с боссом, ну его нафиг. Ауч. Ауч. А, так это с Бравл Пасом. Фух, нормально тогда. Давай глянем все-таки, ребят. Это будет последний на сегодня бой. Макса взять. Ну, она быстрая. Но у нее нет ульты хорошей. У нее ульта такой себе. Поэтому... Я не знаю. Да я, наверное, бой возьму. Черт подери, босс. Сложно. Сложно будет нам с тобой. Ну, офиг ли делать. Глянем. Опять же, все зависит, кого нам дадут в команду, ребят. Снеговик очень хорошо в команде помогал. Но тут кактус. Ну куда тут кактус-то, ё-моё, но... Кактус, ты искушаешь, блядь, судьбу, а? Как и я, блин. А вот уже и гости пожаловали. Кактус, твоя ульта что-то как-то не особо сильно работает здесь. Это он еще, ребят, не злится.
Опа-на! А что, он уже боеголовки запускает? Так, а я-то что за... Зашибись, ребят, я что-то ни с того ни с сего вдруг завис. Слушай, достали эти роботы. Ауч! Присосался говнюк. Нам сейчас всем крупно повезло. Ауч! Я увидел, да он... Кстати, он же без предупреждения. Куда ты бежишь в огонь-то, блин? Убегай. Вот Макс вот в этом, ребята, плане хороша, что у нее, да, у нее скорость будет побольше. Я возвращаюсь. Ну где он там, засранец этот? Выходи, выходи, как тусенок из зоны. Сколько у него? 7%, ребят. Два. Фига он там. Есть. О да, детка. О да. Мы это сделали, ребят. Не так страшен черт, как его малюет, верно? Поэтому билетик со звездочкой. Эх, жалко, не легендарка. Жалко. Думал, дадут легендарочку. Но теперь, насколько я понимаю, мы все, ребят, квесты сделали. Да, тут только остались бравл пасы. Вот. Ну что же, ребятушки, на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.